Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Вот скажите, вы или ваши близкие и знакомые потребляли такие медицинские препараты, как парацетамол? Вы знаете, что это отход нефтехимии и весьма небезобидный? Ну, например, арбидол, риоперин, кагацел, медамин. Принимали? Ну, тогда смотрите быстрее это видео и смотрите его от А до Я, не пропуская ни секунды. Ну, а потом перешлите ссылку на это видео всем своим знакомым близким, кто вам не безразличен. По сути, это видео является аудио с наложенными сюжетами, видеорядом автора канала, на котором я это видео увидел, с которого я это видео взял. А о чем это видео? В нем выступает провизор, которого зовут Георгий Демидов. Он 25 лет жизни отдал фарммафии. Он биохимик и провизор. Был крупным, скажем, сотрудником фармкомпании, отделение которого продавало продукции этой химической в аптеках, ну, примерно на 1 миллиард в месяц. Но у людей, у многих, рано или поздно просыпается совесть, все-таки задаются люди вопросом, а что будет дальше, как жить и так далее. Так вот, дорогие товарищи, сейчас я дам свои комментарии, краткие, к этому видео, тем более вы укрепитесь с мыслью, стоит смотреть или не стоит, думаю, вы поймете, что стоит. Ну и в конце видео дам, скажем так, анализ, итог. Давайте начнем. Так вот, и он решил поведать миру о том, что происходит за кулисами. А вам это знать, если вам ваше здоровье и здоровье близких ваших хоть как-то дорого, но вы знать это просто обязаны. Не забудьте потом и меня поблагодарить за показ, демонстрацию и пояснение вот всей этой закулисы. Предупреждаю, вы сами видите, что видео длинное, но видео очень важное. То есть информация, которая в этом видео, она предельно жизненно важная для любого человека. А говорит он глобально о трех основных вещах. Часть препаратов, продаваемых в аптеке, это плацебо. Часть просто опасные для жизни, более того, часть даже боевые отравляющие вещества, которые замаскированы под лекарства. Ну а на часть препаратов, хотя их эффективность или не выявлена, или ее нет вовсе, или она завышена. Так вот на них, на часть этих товаров цены настолько завышены, и вот в этой связи, я сейчас скажу насколько, мне более чем обидно, когда некоторые идиоты и негодяи пишут мне, что у меня какие-то дорогие товары и в разы стоят больше, чем по названию что-то, что они находили где-то в дешевых помойках, ну, на каких-нибудь маркетплейсах или в пятерочках, или еще где-то, хотя сравнивать это просто некорректно для хотя бы чуть-чуть вменяемого человека, как можно органически с высоким содержанием минералов, витаминов, биопродукты сравнивать с химической отравой. Ну так вот, слушайте теперь внимательно, особенно вот такие умники, винтики системы, слушайте. Некоторые наценки на определенные химпрепараты в аптеках завышены в 1000 раз. Внимание, он сказал, максимальная наценка, которую он в своей жизни встречал, к себестоимости субстанции, из которой делается препарат, внимание, 64%. Наркотики и сотой части прибыли не имеют. Интересно? Есть над чем задуматься? Что это означает, вы понимаете? Вспомните вечные слова, истину, которую сказал Маркс насчет 100% прибыли. Вы поняли? 60% прибыли. Он говорит о том, что достаточно придумать болезни и выпустить под них химию. Это многотриллионный бизнес, который залез везде. То есть управляет, ну, по сути, даже политикой. Далее. У него сложилось стойкое убеждение, что существует просто система утилизации этих ядов в людей. Так вот, потому это видео сейчас вам надо посмотреть, особенно тем, кто является послушным винтиком и зомби, можно сказать, вот этой системы. Кто говорит и так думает, что, мол, коли продается что-то где-то, например, в аптеках тем более, значит, это проверяется, на это есть исследование, и это безопасно и даже полезно, необходимо, для нашего же блага все делается. Такие люди до сих пор есть. Ну так вот, я дам вам шанс прозреть. Я, по крайней мере, рад, что такой шанс я вам еще вот таким людям сейчас дам. Разумеется, что-то продается, безусловно, нужное, полезное, необходимое, но скоро вы услышите и будете просто в шоке. И даже если вы скажете, хотите сейчас вот сказать, что вы понимаете, о чем идет речь, и вы примерно все это знаете и слышали, то скоро вы поймете, что вы в системе комплексно вот все это даже себе и не представляли. Но видео взято это с канала Вячеслава Негребы. А эти мрази еще запрещают гомеопатию. Ну, понятное дело, почему. И так далее. Считай лженаукой, а дурачки за ними повторяют, радуясь.
этому. Очень важную, просто уникальную информацию он дал по АТФ, аденозинтрифосфорной кислоте, то есть основе энергии, да, которая вырабатывается в митохондриях. Очень правильную информацию он дал про Нюмывакина и Симончини, сравнив, кто же из них прав насчет того, что соду греть, нагревать, как это люди называют, гасить высокой температурой, кипятком, надо или не надо. И он прав, и Симончини прав, и об этом есть исследование. Абсолютно. У меня даже было видео это, про соду. Вот стоит гасить кипятком или не стоит? Он сказал и про химические препараты, которые убивают грибки. Препарат карбендазим, которым опрыскивают цитрусовые плантации, ну, те же апельсины. Люди это потом едят, а это мощнейший канцероген, и никуда он не девается. То есть все равно он попадает в организмы людей. Но некоторые все равно говорят, а почему у вас такие дорогие апельсины? Ну, там, например, в два раза дороже, чем эти ядовитые канцерогенные, только органические. Но вот настолько у людей сейчас, у многих, у большинства мозгов просто нет. Препарат Нидамин содержит карбендазим, сверхтоксичный препарат, который продается как противоглистный препарат в тех же аптеках. А противоглистных свойств, кстати, при этом не имеет. Помните мое видео 2014 года, ему уже почти 10 лет, про паразитов? Что я там говорил насчет препарата Вермокс, Декарис, что их врачи неграмотные назначают определенных паразитов, причем некоторые эти препараты были изобретены для определенных паразитов, а не всех вообще. Неучи врачи назначают от всех вообще, а только года спустя после изобретения и внедрения этих препаратов как антипаразитарных, ученые стали видеть, понимать, что они вызывают рак печени, рак крови и так далее. Но это я уже от себя говорю, да? Я про это говорил 10 лет назад практически, да? Он говорит и про то, что тромбоаз, кардиаз пить, принимать категорически нельзя. О том, что статины лет на 5 ускоряют смерть сердечников. Про то, что аскорбинка, а Лаймус Полинг лечил огромными дозами витамина С, то есть о том, что необходимо принимать огромное количество витамина С, правда, он не прав в том, что речь идет про именно аскорбинку, ведь и сам Лаймус Полинг, и жена его умерли от рака, вероятно, и скорее всего, потому что принимали синтетический витамин С в больших количествах, а синтетический витамин С и натуральный, который синтезируют растения, это не одно и то же. У меня несколько видео было про витамин С. Посмотрите обязательно эти видео. Ссылки я оставлю под этим. Я поясню вам в конце, кто досмотрит, осилит это видео до конца, вот эти нюансы про витамин С. В конце давайте договоримся, не сейчас. Он очень важную информацию сказал по поводу того, что вареная пища, ну то, о чем я лет 10 тоже говорю, да, вызывает пищевой лейкоцитоз, и он как биохимик это понимает. От вареной любой жареной пищи. Он поднял также проблему, что врачи отучены читать правильно биохимию крови. Что, мол, есть такой заказ, не расшифрован. Он также о том сказал, о чем я говорю долгие годы, что анализы сейчас на разные элементы, вещества изменены в угоду, так сказать, вот тенденциям в связи с химизацией жизни вообще, да, то значения по многим показателям не дотягивают у людей до норм реальных, поэтому их уменьшают, например, а какие-то, напротив, увеличивают для того, чтобы вписаться в этот норматив. Ну вот про общие белки крови он там говорил, глобулин, альбумин, про нормативы, ну, услышите про это, да? Про важность витамина D3, о чем я твержу уже годы, что белковый голод недопустим, что у раковых больных надо поднимать белки обязательно, что если ниже 75 показатель, то это ужас, что если жиров практически не едят люди, то это, можно сказать, практически стерилизация. Про кандидоз интересную важную информацию он говорил. Про такие препараты, как дифлюкан, говорил, на который 8000% наценка идет. Ну, про кандиду я тоже, давайте договоримся, потом в конце поясню, в чем он в том числе там, ну, не то, что не прав, но, в общем, поясню. Говорил он и про уникальные свойства токсоплазмы. Примерно то, только, ну, коротко, что я говорил подробно в своем видео про токсоплазму. Что добавляют в булочки в Макдональдс, он задается вопросом, непонятно, что, почему действительно все практически на местных рынках берут с местных рынков, ну, корпорации, а булочки всегда везут из США, и что туда добавляют. Причем уже это доказано, и даже в адвокатской среде, в юриспруденции, даже невиновным считают человека в какой-то особой агрессии, если он злоупотреблял вот этими булочками, вообще белым хлебом, произведенным в США. Вот что туда добавляют? Ну, вопрос-то логичный. Он объяснил про отличие полбы древнего русского злака, твердой пшеницы, от простой современной мягкой пшеницы любых сортов. Насколько уникальна и полезна полба. Кстати, хотите, я сделаю видео, как я уже сделал о чечевице, особенно вот о черной, да, преимущественно, о пшене и о глазерном овсе,
я могу сделать видео про полбу. Кстати, сразу скажу, что полба и спельта – два древних русских злака, причем органического производства с сертификатами био у меня есть в продаже на моем сайте по зерну, специфическом, специальном сайте по зерну, ссылку на который я оставлю вам в описании под этим видео. Очень важная тема, что брожение в кишечнике, то есть все эти дисбактериозные состояния, препятствуют даже духовному росту, а не то, что вызывают проблемы со здоровьем. А врачи многие, система медицинская, скрывает это. Сейчас ведь вы слышали, что считают, что нет такого заболевания, как дисбактериоз, например. Ну-ну. Вот он говорит как раз о кишечном мозге, о том, почему изымают эти знания. Вы читали инструкцию Хилак Форте? Не читали? Ну, прочтите. Что касается там Витома, он дальше говорит, жаль, что он не знает самые лучшие вот эти культуры симбиотических пропионовых бактерий и Вита. Ссылку я на них оставлю вам в описании, так вот лучше это принимайте. Ну так вот, скоро перейдем к демонстрации его интервью. Еще буквально несколько секунд. Ну и важнейшая информация, про которую он тоже сказал уже к концу видео, это световой режим и электромагнитный фон, о чем тоже я долгие годы, я и мой коллега физик Тюняев, вот бьемся головой об стол, что называется, про Wi-Fi, про вообще вот эти ВЧС-излучения, микроволновки и так далее, насколько это пагубно для организма, для здоровья. Он там еще интересный один аспект этой темы поднял, послушайте. И, кстати, он говорил про СВЧ, непропускающую ткань. А у нас есть изделия из этой ткани, например, и изделия, которые снимают статическое напряжение, то есть заземляющие специальные изделия. Вот, раздел, посмотрите потом, ну, ссылку тоже оставлю, да? Важную информацию он дал и про синтез мелатонина, и про переменный ток, отличие его от постоянного, про мелатонин и гипертонию, почему люди во сне многие умирают. И когда посмотрите, подумайте еще о том, вот почему я, например, я об этом в видео во многих говорил, прокладываю кабели, ну, мои люди прокладывают кабели, провода в комнатах, в спальнях только на одной стене из четырех, а там, где стоит кровать и слева-справа от нее, нет даже кабелей в стенах. Потому что я понимаю, так же, как и он, эту проблему. А вы не хотите понимать, ну, большинство из вас. И очень жалко. Хуже будет кому? Вам хуже будет, не мне, из-за этого. А ночью, он говорит, когда вы спите, вот от головы, ну, хотя бы 1.5 метра, никаких проводов не должно быть ни в стенах, ни рядом. Я более того скажу, нет, 1.5, ну, это хотя бы, но вообще гораздо больше. Итак, приятного вам просмотра и жду ваши комментарии под этим видео. В Сан-Франциско сегодня вынесен решающий вердикт по делу американского сельхозгиганта фирмы Monsanto. Речь о мировом монополисте в производстве пестицидов, чья продукция, как уже неоднократно было доказано, не только истребляет сорняки, но и вызывает онкологические заболевания. Садовнику из Калифорнии, у которого от постоянного контакта с канцерогенными удобрениями теперь рак последней стадии, концерн выплатит почти $300 миллионов. И это только начало. За пострадавшим стоят тысячи и тысячи истцов с аналогичными обвинениями. В самом центре Москвы недовольные жители дома штурмом взяли аптеку, где продают сильнодействующее лекарство без рецепта любому желающему. Люди устали от полчищ наркоманов во дворе, которые покупали препараты и оставляли использованными шприцы в подъездах. Сегодня у нас конференция о текущем моменте. Она будет посвящена геноциду населения через аптеки, через фармакологию. Ее можно назвать исповедь провизора, потому что сегодня у нас в гостях человек, который долгое время работал провизором и знает объемы продаж этих медикаментов, Георгий Демидов. Я не буду больше делать предисловие. Георгий прекрасно все расскажет сам, он лучше меня знает тему. Итак, Георгий, вам слово. Раз исповедь, начнем с честного. 25 лет отдано было фармафии, управление различными филиалами фармацевтической компании с общим объемом продаж до миллиарда в месяц. Потом, когда все свои образования сложил в одну кучу и имел вдохновение не заниматься построением карьеры, а просто думать, что делаю, начал заниматься переводными материалами и обнаружил, что из 4000 медикаментов, имеющихся в среднестатистической аптеке, 1500 плацебо, 286 препаратов, опасных для жизни, и 83 боевых отравляющих вещества. Это ассортимент средней
фармацевтической аптеки во всех странах бывшего СНГ. Необходимо отметить, что на сегодняшний день, благодаря попустительству всех наших правительств, я имею здесь все наши бывшие СССРовские республики, в наших странах, как в недоразвитой помойке, сливаются все запрещенные в других странах медикаменты. Потому что фармафии не хочется останавливать свое производство. И наши управленцы очень легко продаются на применение препаратов, запрещенных во всем мире. Причем некоторые из них запрещены уже около 20 лет. Нашим это не помогает. Нашим это не указ. Более того, косвенно на сегодняшний день участвуют эти медикаменты в следующей стратегии экономического воздействия на нашу страну и просто проворачивания экономики. Раньше отмечалась такая стратегия у душманов в Афганистане, когда они уже поняли, что игра проиграна, тогда у них стратегия вместо «убей русского» появилась стратегия «покалечь русского». Они даже с помощью опытных хирургов и медиков отрезали нашим парням руки-ноги, выбрасывали их в асептических повязках, совершенно здоровеньких, выхоженных, на трассы, где ходили наши конвои, чтобы мы их подбирали, чтобы они болели и находились у нас на гособеспечении, и таким образом подрывали нашу экономику. Сейчас это делается тихо с помощью наших врачей, руками наших врачей, потому что денег у фармафии хватает. За свою жизнь я обнаружил самую высокую наценку, известную мне, в 64 тысячи процентов по отношению к стоимости субстанции. Продаются некоторые медикаменты. Нефть не нужна. Достаточно придумать болячку, к ней придумать какой-то препарат, и это позволит, в принципе, жить даже лучше, чем живет ФРС. Потому что не все банки могут за сезон зарабатывать такую процентную ставку. Ярчайшим примером этой стратегии и тактики можно было бы привести известный многим препарат талидомид. Он производился и выпускался в США под видом снотворного и попал в обращение к применению для беременных. А в США после применения этого препарата родилось более 40 тысяч детей с изуродованными генетическими организмами. У них кисти и стопы росли непосредственно из плеч и бедер. То есть отсутствовало само бедро и сама голень. Тяжелейшее уродство. Препарат был запрещен на территории США, но если вы сейчас все оставите, зайдете в Википедию, вы обнаружите совершенно честную, никого не стесняющуюся историю этого препарата. Оказывается, он одновременно, будучи сверхтоксичным веществом, запускался в 35 странах и везде с разными инструкциями. И потом смотрелись положительные или отрицательные отзывы, где под каким видом препарат прижился. И такую инструкцию потом на ближайшие страны распространяли. Ага, в этом регионе он идет как сердечный препарат. Хорошо. В этом регионе он идет как препарат снотворный. А, отлично. Самое главное, что яд продолжает продаваться. На сегодняшний день вы можете обнаружить этот препарат в рецептурах одновременно и как снотворный препарат, и как странный, но мощнейший иммуномодулятор, помогающий выжить онкологическим больным при тяжелейших заболеваниях рака крови. Как его продавали, так и продают. Это какая-то система утилизации в людей ядов. Она к медицине не имеет никакого отношения. И здесь приходится признать, что кто-то очень опытной рукой сдает это все ситуацию создают. И первый фильм, который я предлагал, да, было, как Рокфеллеры создали современную лжемедицину. В действительности больше 80% фармацевтического оборота фармотрасли мира принадлежит клану Рокфеллеров.
Мы слышим разные названия, AstraZeneca, там, Novartis, Nordis. В принципе, на российском рынке их больше десятка-то и не наберется, основных поставщиков. И они покрывают больше 80% рынка. Самое интересное, что именно эти компании одновременно являются самыми главными хранителями патентов на ГМО-продукцию. И я здесь говорю непромеренные данные, говорю свое мнение, но я думаю, что эти ребята с легкостью знают, как включать действие того или иного ГМО продукта в нашем организме, как выключать, и у нас есть доступ, у них есть доступ к нашим телам через фармацевтику и через питание. Поэтому я боюсь, что нашего образования и современной информированности даже не хватит, чтобы представить о том, насколько плохо фактически обстоят дела. Препаратом номер два в так называемых фуфламицинах можно было бы считать всеми известный и, к сожалению, достаточно популярный парацетамол. Парацетамол не является никаким лекарственным средством в действительности. Это отходы нефтяного производства, которые совершенно случайно, ну вот буквально чуть ли не пьяным образом, были синтезированы, был обнаружен их рауш оглушающий, обезболивающий эффект, и было предложено этот препарат применять при, как обезболивающий, как снижающий температуру. Здесь необходимо отметить, что в действительности, когда мы бросили медицину гомеопатическую и натуропатическую, и перешли к той медицине, которая сейчас у нас есть последние 150 лет, мы отказались от очень много полезного, и основной смысл медицины – это скрытая гомеопатия. Потому что, если обратить внимание на полный перечень наших лекарственных средств, там в большинстве случаев достаточно известные серьезные клеточные яды, и чего-то мы там подобное подобным в принципе лечим, но фармафии выгодно гнобить гомеопатию, потому что гомеопатический репертуриум может прочитать каждый. По репертуриуму пройти, пальчиком потыкать, ответить на те или иные вопросы и выйти на тот препарат, который можно применять, может каждый. Препарат стоит, ну, не копейки, ну, там, за 100 рублей можно купить все, что тебе надо. Там невозможно наценять дикие тысячи и тысячи процентов. Вот. И естественно, что никому это не нужно. Не чтобы знания были доступны, не чтобы была такая возможность у людей. И, если честно описать пример того, как большинство наших препаратов лечит, то самая яркая аналогия – это аммиак или нашатырный спирт. То есть, все знают, что если человек попал в обморок, да, потерял сознание, ему нужно сунуть под нос аммиак или нашатырный спирт, и он приходит в себя. Мало кто задумывался, за счет чего происходит этот эффект. В действительности ни аммиак, ни нашатырный спирт никак не влияет на кровоснабжение нашего мозга, а включение организма происходит по очень странному механизму. Дело в том, что у нас в мозгу прошито в ПЗУ состояние, информация о том, что если в воздухе пахнет аммиаком, то мы находимся в опасной для жизни атмосфере, и нам нужно в течение 10 минут покинуть это место, иначе мы умрем. И туловище приходит в себя, лишь бы уползти. Вот большинство современных фармацевтических средств являются именно такого рода ядами, которые тупо бьют по организму, куда бы ни попасть. Ну, иногда это рассчитывается, и очень мастерски рассчитывается. Здесь, надо понимать, мы имеем место серьезного противника. Вот. И к лечению это вообще не носит никакого отношения. Вот ярчайшим примером является парацетамол. 13 грамм парацетамола, это когда был у нас честный Бабаяновский Минздрав, можно было в «Науке жизни» прочитать статью о том, что 13 грамм парацетамола, потребленного за всю жизнь, наносит печени ущерб такой же, как желтуха средней тяжести. Если мы посмотрим современное назначение
тайленолов, найзов и парацетамолов, которые осуществляются нашим детям, по 0,5 грамма 2-3 раза в день в течение 5-6 дней при ОРВИ или каких-то простудах, то мы совершенно спокойно понимаем, что к 13-15 годам наши дети с помощью парацетамола перенесут 2-3 серьезные тяжести желтухи. И население будет здоровье подорвано навсегда. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что мой страх и мое выступление посвящено тому, что я понимаю, как многодетный родитель, что шансов у моих детей дожить с таким питанием и с таким лечением даже до моего возраста очень мало. Я, может, не склонен себя относить к паникерам, но у меня все чаще и чаще появляется такое ощущение. И таким образом, как бы посчитав на втором месте парацетамол как токсичный препарат, мы сможем поговорить еще о следующем классе фуфламицинов. Это препараты плацебо, на которых тоже наценка делается очень неприличная. Я могу вам сказать, что на элементарном аспирине наценка не бывает ниже 400-600%. Я понимаю, что там кто-то производил исследования, кто-то там что-то изобретал, выводил клинические испытания и так далее. Но поверьте мне, если иметь какое-то ограниченное изобретение, да, на невозможность выпускать дженериков определенный период, то затраты данной фармкомпании на разработку этого вещества и его первые 5-10 лет эксклюзивного выпуска на рынок, они с лихвой окупают. И вот как раз-таки сейчас очень важно отметить вот эти вот добрые, безобидные фуфломицины. Ну, один из них, допустим, возьмем хондроитиносульфат или глюкозаминосульфат, зожевцам он очень известен. Это дисахарид, который помогает якобы восстанавливаться нашим суставам. Причем клинически много раз уже доказано, уже даже Малышева у нас по телевидению показывала, что это неэффективно. Но если мы обратим внимание на медицинский стандарт артрозных артритных заболеваний, рекомендация назначить врачу глюкозаминосульфат или хондроитиносульфат внесена в медицинский стандарт. То есть если врач не назначит это фуфло, то ему с помощью прокуратуры могут объяснить, что он неправильно оказывает лечение и в буквальном смысле засудить. Но это хорошо, когда препарат, ну, в принципе, бесполезен. То есть уже проводились исследования, когда не 500 мг, да, 3 капсулы в день, а 6 грамм 3 месяца подряд люди пили, и не было подтверждено вообще никакого физического действия. Почему? Потому что, ну, вообще-то дисахарид, он не способен всасываться в кишечнике. То есть, как препарат, который заведомо не может даже усвоиваться, проходит наш Минздрав, проходит и попадает в рекомендованные к применению, да еще и в стандартизированные рецептуры, это, конечно, фантастика, которой у меня нет этому объяснения. Более серьезный ядовитый вариант подобных же удивительных рекомендаций – это препарат Гагацел. Сейчас это самый рекламируемый препарат. Его рынок продаж на сегодняшний день больше 14 миллиардов рублей в год в России. Препарат из ничего. Препарат, запрещенный в 1998 году ввозом во всех нормальных странах мира. Причем он запрещен как средство, осуществляющее стерилизацию населения. Он вообще никак не действует в данном случае на иммунную систему. Его побочка приводит к стерилизации мужчин. И хотя даже они сами в инструкции пишут, что да, возможны проблемы, олигоспермия, но в течение года это все восстанавливается. Но по факту все абсолютно не так. И он тоже относится к жизненно важным препаратам, которые невозможно не назначить. Точно так же препаратом, который
Но для меня это самый такой первый препарат, с которого начали открываться глаза, аденозин-трифосфорная кислота, АТФ. Ее очень хорошо знают спортсмены, зожники. Вот. Ну, в биологии у нас как бы весь обмен через АТФ происходит. Мне когда-то мой преподаватель фармацевтики задал вопрос. 250 миллиграммов внутрипопно – это гомеопатия или иглоукалывание? Я удивился тогда этим вопросом, начал как-то междометиями его вопрашивать. Он говорит, нет, говорит, ты сможешь считать себя специалистом только тогда, когда ты мне ответишь на этот вопрос. И я вынужден был, так сказать, делать расширенную домашнюю работу. Дело в том, что в сутки АТФ в человеке вырабатывается ровно столько, сколько он весит. Оно рециклируется, тут же рециклингом разрушается и опять образовывается, но суточная выработка столько, сколько весит сам человек. На фоне среднестатистических 80 килограмм веса колоть внутримышечно 250 миллиграмм – это реально или гомеопатия, или иглоукалывание. Но это никакого фармацевтического действия иметь не может. И насколько же ужас нашей фармафии бесконечен и нагл, если они еще пишут, что на эти 250 миллиграмм может быть аллергическая реакция. То есть на 80 килограмм не может быть. А на 250 может быть. Но это просто способ с помощью инструкции нагонять жути на людей. И я, честно говоря, поскольку имею еще и психотерапевтическое образование, я могу сказать о том, что выступления наших правителей, депутатов и прочих, какие бы они дурны ни были, какие бы глупости они ни предлагали, они имеют еще очень серьезную геноцидное воздействие на население. Дело в том, что у каждого здравомыслящего, в хорошем понятии этого слова, человека, некоторые фиговины, которые заряжают наши правители, вызывают страшный дедлок в голове, они впадают в жутчайшую депрессию, и они умирают. И я могу сказать о том, что я вот сейчас после пенсионной реформы и после того, что натворили наши правители в России, я предполагаю, что вот эти длинные языки и глупые высказывания будут стоить нам порядка миллиона вот таких впавших в депрессию, ушедших из жизни душ человеческих, человеческих судеб. Если вернуться, так сказать, к АТФ, с написанной аллергической реакцией. Я могу вам сообщить, никто не признается, что АТФ назначают кардиологи. Но я могу сказать так, по рынку Ростовской области и Краснодарского края ежемесячно и в той, и в другом регионе 100 тысяч упаковок продаются ампул и 70 тысяч упаковок таблеток. А почему я про таблетки говорю отдельно, и мне было это интересно почитать. Дело в том, что АТФ, кроме того, что его и так вырабатывается вагон, его бессмысленно колоть, у него есть еще одно очень интересное свойство. Практически с 80-х годов, вот не помню, то ли в 82-м, то ли в 85-м году, стало 100% известно, что этот препарат не может всасываться ни парентерально, то есть если убить как таблетку, ни в инъекциях, потому что он не способен пройти через мембрану. Среднестатистический биохимик это понимает. То есть здесь не надо быть медиком. Это биохимия 8-9 класс. Ну, сейчас там 10-11. Вот. Я не знаю, почему это не понимают наши медики. Я не могу понять, почему это неизвестно нашему Минздраву. Но препарат, который не может даже всосаться, так же, как и хондроитин и глюкозамин сульфат, продается. Причем глюкозамин и сульфат и хондроитин, он продается и в виде БАДов, и всякие зожники его покупают со спортсменами, вагонами. Ну, и точно так же продается АТФ в аптеках. То есть вот эта вера в белый халат, когда человек приходит и верит в то, что назначают, то, что называется гетерогенией, да, болезнь, которая вызывает длинный язык и неправильное высказывание врача, у нас сейчас искусственно используется в создании приват-аллергии. Вот более 8 лет уже известно, что большинство аллергических реакций, около 86%, можно вылечить за 2,5 часа, причем иногда просто по разговору по скайпу.
потому что аллергия не настоящая. Но сейчас, если вы посмотрите на СМИ, то выпускается фильм «Аллергия на Wi-Fi». Народ загоняется в жуть. Ребятки, вообще-то термин аллергия – это выработка иммунных тел на какой-то белковый агент. У Wi-Fi нету белка. То есть идет смешение таких понятий просто для загоняния людей в жуть. И тут же появляется какой-нибудь препаратец. Вот элементарно в том же самом случае аллергии. Очень хорошо будет понятно, почему аллергия до сих пор не разрешается. Даже к лечению не признается, что ее можно лечить. Многим из вас известен препарат Супрастин. А он на слуху, я не думаю, что для кого-то это большая новость. 1 килограмм Супрастина стоит $450 по субстанции. Из него можно переготовить 40 тысяч таблеток по 250 рублей за 20 таблеток. Наценка 1870% минимум. Но кто здравомыслящий из бизнесменов, ну я здравомыслие в данном случае беру в кавычки, согласится убить ту сопливую золотую курочку, которая своими аллергическими реакциями приносит ему 1870% ежегодно? Поэтому аллергия не будет лечиться никогда. И очень тяжело достать порядочное видео и порядочных врачей, которые, ну, хотя бы понимают. Но вот более того, подобные подставы, ну, они продолжаются ведь постоянно. И вообще, по-хорошему, о фармгеноциде речь надо было начинать с того, что, ну, прежде всего, не зря существует целое течение медицинском мире СПИД-диссидентов. Ведь самая большая это наглядная подставка и перевирание действительности, это же тот же самый СПИД, которого не существует, вируса которого до сих пор так и не получили, вот, но всех лечат. Идет просто открытый эксперимент воздействия на людей боевыми отравляющими веществами. Один из наглядных примеров специально контролируемого, я считаю, что это не просто головотяпство и попустительство, а, видимо, все-таки контролируемого воздействия. И некоторые из вас могут вспомнить совершенно случайно скандал в Европе несколько лет назад по поводу употребления конины, которая была обнаружена в говяжьих продуктах. И всего лишь 2 канала в России показали правду и сказали, о чем шла в действительности речь, потому что европейцы начали бунтовать и поднимать вопрос не потому, что им было неприятно кушать конину. А дело в том, что коней в Западной Европе, ну, в странах ЕС, лечат препаратом фенилбутазон, который в следовых количествах, обнаруживаясь в мясе, обратите внимание, коней лечат, и в мясе у коней этот препарат обнаруживается в течение 1,5 лет. Коней нельзя убивать раньше, чем через 1,5 года после инъекции, и давать в пищу. И случилось-то так, что та конина, которая была обнаружена, она содержала этот препарат. Соответственно, не прошло 1,5 года, и содержала в том количестве, которое, как считают ЕСовские инстанции, способно в 14-39 раз стимулировать раковые опухоли. И Европа встала на дыбки, потому что ей просто предложили продукт, который вызывает онкологию. Чем еще раз говорю, 1,5 года в мясе, в следах, и их боятся. А теперь перенесемся в нашу Россию и пойдем в аптеку и попросим препарат Реаперин. 260 рублей, 250 миллиграмм капсула или ампула. Читаем у нас фармакологическое название. Фенилбутазон. То есть то, что в следах в мясе коней через 1,5 года боятся европейцы, продается под видом таблеток «Смерть тебе, твоя бабушка» у нас в аптеке сегодня. Это реалии сегодняшнего дня. Вы завтра можете каждый пойти в своей стране, вот, купить это. На территории стран СНГ этот препарат продается с большой любовью в нескольких видах, рекомендуется направо и лево, не в следах, а в чистом виде.
Точно так же можно отметить следующую стратегию. Многие беременные сейчас вынуждены сталкиваться с тем, что им рекомендуют фолиевую кислоту для сохранения беременности. Ужас этой ситуации заключается в том, что фолиевая кислота у беременной убивает реакцию аутоптоза. У организма есть свои какие-то меры, что хорошо, что плохо. И в случае, если зародыш содержит некую сумму фатальную генетических уродств, он включает механизм выкидыша или убиения плода до его наступления фактической зрелости родов. Фолиевая кислота его убивает. Это продолжение фактической стратегии родить больного ребенка, потом вкладывать на него деньги и таким образом проворачивать экономику и всех делать при деле, и всех обеспечивать работой. Причем ситуация какая? Мы мало кто представляем себе эффект БАДов, эффект фармацевтики и эффект плацебо. Вот ярчайший пример, и, к сожалению, я не знаю, кто как относится к этому человеку, но я считаю себя обязанным это сообщить. В нашей стране эффект великого плацебо много лет ставил профессор Неумывакин. Этот лжеакадемик, который никогда не был академиком и не имеет ни одной своей научной работы, рекомендовал пить нам соду, разводя ее в горячей воде, и был настолько необразован, что даже не успел прочитать учебники 8-9 класса, что при разведении соды водой с температурой выше 60 градусов, сода разлагается на углекислый газ и натрий OH. То есть вся страна по совету этого лжеакадемика пила щелочь, каустик, но получала эффекты противогрибковые и противораковые, такие, как будто бы пили раствор соды по симончине с антиалкологическим эффектом, с антигрибковым эффектом, противокандидозным. Вот выручил это всех эффект плацебо и вера в этот препарат. Вот все люди, которые лечились по Неумывакину, они фактически излечились своей верой, потому что соды там не было. Это химический процесс. И как это, оператор Иванов не может своим усилием воли отклонять луч лазера. Поэтому там везде был щелок, выходил углекислый газ, и не было ни молекулы соды. После того, как они заливали водой выше 60 градусов. Есть специальная литература об эффекте плацебо, есть специальная литература о БАДах, есть специальная литература о фармацевтике. И необходимо обязательно сейчас отметить еще одну форму фармгеноцида. Это доказательная медицина. У нас будет там фильм «Неэффективные лекарства» на видео. И там еще доктор Мясников, это второй-третий клип, который я предложил к просмотру. Суть заключается в том, что доказательная медицина – это полностью финансируемая Рокфеллерами организация, Кохрановское научное сообщество, которое сейчас поступает следующим образом. Все разработки социалистического лагеря, которые не проходили европейского аттестации, так сказать, европейское изучение, автоматически признаются как непрошедшие двойного плацебо метода и считаются заведомо ложными препаратами неэффективными. На этом фоне происходит замещение иностранными препаратами уже по совершенно другим расценкам, и, соответственно, это подрывает и нашу экономику, и наше здоровье. Более того, скажем так, их в действительности не останавливает ничто, кроме того, что им платят, и они говорят то, что говорят, потому что вот вышеназванный АТФ или тот же самый Орбитол, который открыт был в 1963 году, который не имеет ни одного доказанного клинического испытания, но он стал тоже до Гагацела препаратом самым продаваемым, продавался на десятки миллиардов в год. И, причем без доказанного клинического воздействия и к лечению простуды он не имел никакого отношения. Он всего лишь яд немножко слабее, чем парацетамол. Прошло,
работы. Фармстандарт и госпожа Голицына заработала на этом. А ее так и зовут принцесса Арбидол. Это полностью ее интересы. Более того, скажем так, вот точно так же, как с талидомидом, который одновременно назначается как снотворный, как иммуномодулятор, я могу вам сказать, что таких двойственных ядов, которые продаются нам в фармацевтике, очень много. Несколько лет назад у меня заинтересовала статья о том, что США отказалась от бразильского апельсинового сока. Мне стало интересно, почему. Я начал разбираться, и там было вещество карбендазин, которое в действительности очень мощный противогрибковый препарат, применяющийся во многих странах. Более того, в СССР, или, ну, скажем так, на территории СССР, он применяется сейчас сплошь и рядом. В таких же, как у китайцев, завышенных, маниакально превышающих все разумные доступы количествах. И вот представляете себе, какой яд? Он на апельсинах применяется для того, чтобы убить цветковую гниль. Причем применяется он задолго до образования цветка, еще в состоянии почки, опрыскивается дерево. Этот карбидозим всасывается, каким-то образом попадает в почку, потом вырастает цветочек, потом вырастает апельсинчик, с апельсинчика давят сок, и его следы, обнаруживающиеся американцами в соке, являются причиной отказа от покупки, потому что он считается канцерогеном, и в США его применение строго контролируется. Про то, что у нас никто его не контролирует, я уже сказал выше. Но ситуация приобретает просто феерические оттенки, когда мы попробуем набрать название. Я просто так на это и попал. Я решил просто посмотреть формулу, набрал по названию вещество, и я увидел, что на пятой строчке Яндекса есть медицинский препарат в России, содержащее это химическое вещество. Ну, я, естественно, не мог не кинуться. И я начал читать. Вещество называется медамин. Продается в таблетках по 100 миллиграмм. И, о ужас, препарат, который во всем мире известен как сверхтоксичное противогрибковое средство, в наших бедных странах вдруг продается как противогрибный препарат при кишечных гельминтозах. Я имею образование и биохимика, и провизора, и я съем оба своих диплома, если кто-то мне докажет, что этот препарат может иметь противоглистные действия. Это стопроцентное вранье. Это просто продажа яда. Как это объяснить по-другому, я, к сожалению, не знаю. Георгий, это говорит, значит, пенсионер из Подмосковья. Вот. У меня к вам, во-первых, благодарность за очень интересную лекцию, да? И вопрос такой. Вот, значит, где-то года два назад у нас отменили такой, ну, БАД «Сосудистый доктор». Там ничего такого особенного нету, кроме рыбьего жира и прочего. И мне он подходил очень так, ну, капитально. Я на него подсел так здорово и питался ежедневно. А потом раз, он дешевый и, значит, такой, как я считал, он, значит, ну, мне приносит пользу. Вот. А тут раз и все, и перекрыли его. И на одной лекции, значит, в клубе ветеранов спецслужб, я задал такой же вопрос, и мне сказали, что это у нас в фармацевтике считается, что, значит, дешевое лекарство, оно не всегда выгодно для государства. Почему? Потому что это как раз вот было эффективное, и его прихлопнули. Так как у нас, значит, по 357 статье, да, геноцид населения. Вот это все попадает под геноцид. Я так... Ну, давайте разделим вопрос на две части. Да.
Первая часть. Непосредственно отношение к БАДу. Поскольку в том БАДе с рыбьим жиром, который вы говорите, я уже немножко посмотрел состав, да, непосредственно вам помогающего практически ничего нету, как это, вы лечились с помощью плацебо. То есть, как говорят, верю в селедочную головку и могу ей молиться. Выберите себе другую селедочную головку. Ну, спасибо. Это первое. Я так и сделал. Вот. Причем, более того, по свободе времени мы сейчас раскрутили израильскую методику гарантированного избавления от атеросклеротических бляшек. Я ее затрону обязательно, потому что это один из признаков фармгеноцида. Вот. Представьте себе, обыкновенной аскорбиновой кислотой можно излечить атеросклероз за полгода на 50%. То есть гарантированно под контролем УЗИ увидеть, как рассосались ваши бляшки. Я аскорбиновую кислоту не пью, но я пью, так как у меня были такие заболевания с сосудами, да, то я употребляю, значит, только немецкая это аскорбинка. И как-то выскочило из головы. Значит, первое, что не стоит пить, это все статины. Аторвастатины, сандостатины там и прочее. Потому что они на 5-6 лет ускоряют смерть сердечника. Второе, что не следует пить, это не следует пить ацетилсалициловую кислоту, тромбаз, кардиаз, вот эта вся ерунда. Потому что вы легко в Википедии без моей помощи набираете аспириновый психоз. И видите, что в тех дозах, которых вам рекомендуют для разжижения крови, так сказать, спасая вас сердечника, вы потребляете аспирина достаточно для того, чтобы у вас был аспириновый психоз и депрессняк. Вот истинное назначение этих препаратов. Ну, спасибо, а то я как раз у тромбоаста и пью. Нет, ради бога. Уверяю вас, вот я сейчас уже заканчиваю книжку, так сказать, и у меня уже многие люди пользуются. Потом, если что, напишите, в конце концов, я вам отвечу. Аскорбиновая кислота решает вот огромнейшее количество проблем. Давайте уже по ней закончим. Значит, ситуация какая? С 1961 года существует договоренность фармацевтических картелей и пищевого производства занижать необходимый уровень потребления аскорбинки для людей. Причем он занижается ровно в 10 раз. Вот. Есть Лаймус Поулинг, лауреат Нобелевской премии, который с помощью аскорбинки легко нетоксично лечит рак. Лечил. Сейчас, к сожалению, уже его нет. Есть его продолжатель, РАД, доктор, который продолжает лечить, и у него 12 институтов, которые оказывают противоонкологическое действие, практически исключительно аминокислотами и аскорбиновой кислотой. И продолжается это все 60-х годов, поэтому, ну, как бы уже проверено, но просто не рекламируется. Я списывался со всеми этими специалистами, я разведывал эту систему и обнаружено следующее. Сам доктор Рад, когда я к нему обратился, есть такая книжка «Почему животные не умирают от инфарктов?» Да? Мы вот на улице ходим и не видим кошечек, собачек, умерших от инфаркта миокарда. Их в основном машинками давят. Ну или пацаны из рогаток расстреливают. Суть заключается в том, что человек относится к очень редким мутантным животным, которых на Земле мало. Это морская свинка, человек, несколько видов обезьян. Мы не вырабатываем витамин С. А атеросклероз – это ранняя форма цинги. Это признак недостаточности витамина С. И если нам поднять уровень витамина С до нормы, вот, то у нас заведутся 200 химических реакций в организме. Потребуется гораздо меньше всяких антидепрессантов и все остальное прочее, потому что они, кроме бодрячка, аскорбинка еще дает очень хороший антидепрессивный эффект и реально очень много эффектов. Вот. И заключается в том, что средняя честная среднестатистическая норма
аскорбинки в человеке – это порядка 5-6 грамм в сутки. Причем для того, чтобы избежать всевозможных возражений, я скажу следующее. Представьте себе, мы уже договорились, что человек не вырабатывает аскорбинку. А теперь обратимся к любому животноводу, который любит своих животных, но хотя бы потому, что это коммерция. Да? И мы читаем в назначениях, любая свинка, любая теленочек рекомендовано до достижения веса 150 кг давать 5-6 грамм аскорбинки в сутки. Причем, обратите внимание, и теленок, особенно теленок, и поросенок, они сами вырабатывают витамин С. Более того, они получают продукты, в большинстве случаев не вареные, а сырые. И там, особенно с теленком, с травкой, витамина С тоже неплохо поступает. И тем не менее, хочешь, чтобы росло, хочешь, чтобы хорошо росло и имело иммунитет, 5-6 грамм. Для человека 5-6 грамм – это вообще просто мизер. А учитывая, что он кушает отравленную углеводистую вареную пищу и болеет пищевым лейкоцитозом каждый раз, когда он поест, потому что если человек не знает термина, что такое пищевой лейкоцитоз, и называет себя диетологом, бейте ему морду, идите дальше. Не разговаривайте с этим человеком ни о чем. Я всегда с кардиологами, когда встречаюсь, я задаю вопрос про АТФ. Скажи мне, пожалуйста, аденозин-трифосфорная кислота внутримышечная – это гомеопатия или иглоукалывание? Если не начинает смеяться, если он не понимает, о чем я говорю, все, нафиг, больше мне ничего тебе не интересно. Ты базиса не знаешь. Вот, точно так же это. Если поросенку и теленку нужно 5 грамм, сколько надо человеку? Ведь он нарушает все и вся. И вот элементарно доктор Полинг 40-50 граммовыми интервенциями аскорбинки, он лечит рак. Марат 12-15 граммами аскорбинки чистит сосуды. И я реально пришел к тому, что мы адаптировали на русский, так сказать, на нашу территорию и удешевили израильскую методику избавления от атеросклеротических бляшек под контролем УЗИ. Там они за это берут 3-5 тысяч евро, у нас это получается 28 тысяч рублей в год. Не сразу, а частями. Реально чистятся сосуды. И здесь уже вот все это уже доказано, передоказано, просто это скрывается от населения. Большое спасибо, хороший очень ответ. Я понял, значит, надо переходить на аскорбинку. Потом как-нибудь спешите со мной, я расскажу, как это все, что делается, потому что там есть хитрость. Вы 12 грамм аскорбинки, если скушаете, до стула буретесь. Там надо знать, как ее применять, она кислая все-таки. Понятно. Вот. Второй очень важный тем параметр, кроме искусственного занижения аскорбинки, вернемся еще к одному феномену геноцида. Врачи отучены читать правильно биохимию крови. Этот анализ уже практически перестал делаться повсеместно. Более того, сейчас на этот анализ существует не просто пренебрежение врачей, неграмотность, а заказ его не расшифровывать. То есть самостоятельно врачи вообще им не пользуются. Очень редко только у тех, у кого есть совмещенные, так сказать, показатели в этом анализе по суставам, смотреть там сиаловые белки и все остальное прочее. Но в чем суть проблема? Если вы пытаетесь расписать свое питание, заняться ЗОЖем, диетами или прочими глупостями питательными, то первое, что вы должны знать, что такое пищевой лейкоцитоз. Пищевой лейкоцитоз – это обязательная реакция организма на поступление в желудок вареной детерминированных белков пищи. Когда, ну, я образно постараюсь нарисовать, а вы себе представьте. У вас где-нибудь есть кариесный зуб. Ну, представим себе такое. Дай бог, чтобы у вас их не было. Там сидит куча ваших лимфоцитов, которые пытаются эти стафилококки, которые разъедают вас зуб, поставить в строй, воспитать как-нибудь, ограничить. Ну, короче, борются. Война вовсю. И тут вы покушали что-нибудь варененького. То есть, ну, поскольку все вареное, это не настоящая пища. Вот. Более того, обратите внимание, Всемирная организация здравоохранения это подтверждает косвенно. Ведь, обратите внимание, все веганы,
вегетарианцы, лакта там смешанные, молочка употребляющие, все ова, лакта и прочие вегетарианцы, и они ведь автоматически относятся ВОЗом к шизофреникам, к психически больным людям. Почему? Потому что если ты на голову здоровый человек, если ты мудрый человек, то ты так или иначе придешь к тому, что пищевой лейкоцитоз, вареная пища, если вызывают, то это самый страшный грех. Пофигу, ешь ты мясо, не ешь ты мясо. Самое главное, чтобы пищевого лейкоцитоза не было. И вот если бы человек был разумен, он бы тогда стал бы сыроедом. А если он вегетарианец, ну явно шизанутый. Потому что он перестал жрать мясо то ли из-за того, что кого-то боится убить, то ли на папашку обижен, то ли еще там как бы не ест мясо, чтобы там, себя усмирить в виде каких-то верик или еще что-нибудь. Но он явно с пулей в голове. Потому что мудрый бы стал бы сыроедом. Так вот, представьте себе, что когда вы съели термообработанную пищу, организм получил команду, ворвалась фигня. Я не знаю, как он ее там расценивает. То есть для иммунной системы все, что мы скушали вареное, это фигня страшная, ядовитая. И лимфоциты, которые охраняли ваш кариесный зуб, кидаются все к желудку. Ребят не быстро бегают. Это не 20 минут туда-сюда побежать. Они туда прибежали, у вас вышло край наполнения, там они начинают что-то бороться, еще что-то делать, там целая возня. Что происходит в этот момент в вашем зубе или в ваших суставах, откуда они сбежали? Разворачивается воспаление. Таким образом, кушая термообработанную пищу, ну, если у вас появилось уже воспаление в суставах, то никуда оно не денется, потому что вы каждый день... А таблетки вы пьете 3 раза в день, 3 раза кушаете, чтобы эти таблетки не перестали работать. Про противовоспалительные таблетки я потом расскажу. Так вот, надо понимать, что пищевой лейкоцитоз, отзывающий со своих мест лимфоциты к желудку и вызывающий это глупое путешествие и вздрючивание иммунной системы, когда она сходит с ума и потом реагирует и на что надо, и на что не надо, это и есть основная причина болезни иммунной системы человека. И второе, тоже чрезвычайно важное. В биохимическом анализе крови есть такой показатель. Общие белки и там альбумины, глобулины. Глобулины – это белки иммунной системы, альбумины – это транспортные белки. И вот представьте себе глупость такую. Человеческая норма в анализе указывается от 62 до 85 там, грамм на литр. Ну, да? У меня вопрос. Кто-нибудь может... себе поверить в том, что 25% это может быть коридор нормы. Это не может быть коридором нормы. 62-85 это какое-то издевательство. Я вам больше скажу. Если вы прочитаете любой учебник ветеринарии для кошечек, вы узнаете, что норма белков альбуминов для кошечки 85%. И когда педигри Павла или какой-то вискас китикет им рассчитывают, то они рассчитывают из 85, зная, что при 83 у кошечки перестает лосниться шкурка, и она будет выглядеть уже больной. Они знают и рассчитывают так, потому что при 80 у нее начинают уже выпадать волосы, и она уже не будет играться, какой бы вы там бантик ей не подсунули. А у человека, ну, он, видимо, совсем себя не любит и не уважает. 62 – это нижний порог нормы. Да кошка бы уже при этом вообще отказалась жить. Она бы удавилась от такого хозяина. Покончила жизнь самоубийством. Хотя бы с кошачьей гордостью. А у нас это нижний порог нормы, и на этом врачи не реагируют никак. Они просто разучились. На секундочку, если у вас ниже 70 альбуминов, то можете не лечиться вообще в принципе. Бросьте это дело. У вас не хватает альбуминов, а это вагончики. То есть, выпитая, вот, ну, в любой справочник Машковского, когда вы открываете, там написано связывание препарата с белками плазмы крови. Вот это альбумины. Так вот, суть заключается в том, что они должны связаться, и он должен в пятку донести ваше выпитое лекарство, чтобы в пятке ничего не болело. Так вот, у вас не хватает вагончиков для пятки. Туда не доедет некому. Потому что у вас ниже 80 белков. Баста-карапузики лечиться бесполезно. У нас 80% населения, если сделать этот анализ, находится в белковом голоде.
Я уверяю вас, сделайте. Вот меня один человек недавно удивил, там уж больной так больной. Причем у меня встречается онкологический, там я знаю некоторые хитрости по лечению онкологии нетоксичной, и не только с помощью аскорбинки. У меня есть онкологические, у которых 62, они не хотят поднимать белки. Они не думают о том, что это лекарство, которое они пьют, уже до пятки не дойдет, и онкология не будет побеждена. И у меня есть страшные токсикоманы, у которых минимум 75. Поверьте мне, я за последние 5 лет впервые у одного из лечащихся у меня токсикоманов увидел 75. Ребята, ниже 75, больше, чем 80% населения. Матерного слова не знаю, как это называется. А если еще на это посчитать бедных мальчиков, которых еще в буквальном смысле гомосечат путем снижения у них в рационе жиров, перепуганные идиотки мамы, которые не любят холестерин из-за этой всеобщей истерии. Потому что если мальчик в юности не получает достаточное количество жиров, у него не будет достаточной выработки тестостерона. Считайте, его так косвенно, так слегка на 20-30% стерезнули, его потенцию снизили. И поверьте мне, пожалуйста, не один час еще можно продолжить перечисление таких фармацевтических и питательных приколов, с помощью которых воздействуют на наш организм. Вот, поэтому про питание и про белковый голод я рассказал, про аскорбинку рассказал. Дальше, что очень хотелось бы рассказать, это уже пошел поток сознания, если что, включайте, переспрашивайте или останавливайте. Что... А, можно вмешаться? Да. А, такой вопрос общий, да, очень распространено, это кандитоз, грибки и методы их лечения, то есть... Хорошо. Очень хороший вопрос, спасибо. В действительности я планировал, это очень важная вещь, об этом надо говорить обязательно. Это все не случайно. Это специально разработанная стратегия. И ситуация гораздо страшнее, чем мы думаем. Дело в том, что на каждом из нас, внутри и снаружи, живет как минимум 5 семей кандиды. Это наши сожители, никуда нам от них не деться, более того, нефиг рыпаться. Вот. И создается искусственный ужас. Искусственный ужас борьбы кандиды тут же пытаются загасить улыбчивые рекламы фармафии. Препарат Дифлюкан, наценка на котором 18 000%. Реклама нас утверждает, что можно один раз выпить капсулу, и женщине станет хорошо, и все будет уже побеждена молочница. В действительности необходимо отметить, что если у женщины молочница встречается хотя бы 2 раза за ее жизнь, то в следующий раз ее надо лечить минимум полгода. Но что происходит? Женщина выпивает у нас одну таблетку этого флюконазола. Причем, обратите внимание, дифлюкан, да, он стоит 650 рублей. Флюконазол 9 рублей. Почувствуйте разницу, это одно и то же вещество. Наш русский флюконазол и дифлюкан. Причем одно и то же вещество, одна и та же доза, разные только коробочки и разные фирмы-производители. Вот именно поэтому как бы фармафия и контролирует, что выгоднее продавать. Ну, конечно, дифлюкан. Более того, обратите внимание, зарплата многих, боюсь сказать, практически всех, но очень многих провизоров, которые стоят за аптечными кассами с той стороны, зависит от объема продаж. Соответственно, она заинтересована втюхать вам препарат как можно дороже и сказать, что дешевого нету, только для того, чтобы увеличить свои продажи. Они стараются не заказывать, говорят о том, что дефектура. У меня есть решение, поскольку я работал с аптеками, у меня есть решение, как ловить таких фармацевтов. Если директор честный человек, как их ловить на откатах, на вот таких заинтересованных продажах и покупках, и увольнять, что же, ну, чтобы они не позорили профессию. Ну, не так это распространено, хотя желающим можно помочь, это очень дешево и очень эффективно. Так вот, ситуация заключается в том, что флуконазолом за 9 рублей, и то надо лечиться не один месяц.
И там однозначно не одна капсула. И вот тут наступает вопрос, который, может быть, кто-то будет спорить, но предлагаю поверить. Дело в том, что нам известен случай таким паразитом, как токсоплазма. Когда он поселяется в крысу, а у него конечный хозяин – это кошка, он начинает управлять поведением кошки. И реально крыса приходит в какое-то безумство и неистовство и нарывается на кошку, пока та ее не съест. Дело в том, что вот эти кандиды, они тоже способны управлять состоянием человека. Ну, прежде всего, женщина, зарожденная кандидой, на 30% теряет либидо, причем мужчина тоже. Но необходимо понять, что у мужчины, если появятся внешние признаки кандидоза, я не знаю, где он должен был тогда запачкаться и сколько он должен был хапнуть кандиды. Это не одна грязная тетка. Это в какую-то очень грязную тетку надо попасть. Потому что ну, это тяжелейшая вещь. А зачастую это у мужиков идет незаметно. Я смеюсь. Всегда. Дело в том, что кандида, находясь в нашем организме, она очень, собака любит сладкое, а мужиков она еще склоняет к пиву попить. Я, мужики, когда пиво пьют, я всегда говорю, что кандида выросла опять. Вот, своего просят. Причем это реально замечено, что кандидоз приводит к повышению потребления сладкого и у мужчин к потреблению женских половых гормонов через хмель в пиве. Вот. Таким образом, себя немножко стерилизуют. А у женщин на 30-40% падает либидо, они не хотят мужиков, мужики им воняют. А тут еще представьте себе, она выпила одну капсулу, естественно, не вылечилась, но творог выделяться перестал. Она побежала сдавать себе в аренду направо-налево, там, Маньке-Ваньке еще кому-нибудь. Последний был там Федька, после Федьки опять начали творожистое выделение, значит, он скотина, значит, его надо убить, морду набить и так далее. Скандал на ровном месте. Причем все абсолютно друг другу верны, но поди ж ты после этого докажи. И таким образом даже могут семьи рушиться, и это все абсолютно не случайно. Вот кое-что, так сказать, о кандидозах. Лечить их надо серьезно. А скажите, пожалуйста, вот когда язык белый, это что же кандидоз, да? Нет, нет. Вы знаете, это причина, вы знаете, головная боль – причина 52 заболеваний, причем болит только голова. Точно так же с языком. Это может быть бактериальное осеменение, это может быть что-то последний раз кушали, это еще что-нибудь. Это, во-первых, должно быть статистика не один день и не два дня. Дальше попробуйте снизить мучное. Я вас умоляю, я подготовил сейчас перевод с американских источников. В России нам пока это не говорят, не сообщают. Но дело в том, что у них есть работы, которые доказывают, что белая пшеница опаснее героина. Более того, есть даже судебное разбирательство в США, когда мальчик там побил пятерых там одноклассников, впал в состояние озверения, и его освобождают от уголовной ответственности, ну не насмерть побил, но сильно, вот, в связи с тем, что оправдывают его приступ агрессивности большим потреблением белой муки. Я не знаю, что они туда добавляют, у меня есть только один жизненный опыт, я разговаривал с главным франчайзером этих самых Subway, сети этих кафушек по России. Он прилетал, я совершенно случайно оказался рядом, мы совершенно случайно поговорили. Вот они разрешают огурчики, мясо. В Макдональдсе, кстати, та же самая фигня. Мясо, огурчики, все остальное прочее, они разрешают покупать на российском рынке. Я до сих пор не могу понять, почему булочки они везут из США. Какой турбозол они туда кладут, я понятия не имею. Ну, наверное, они что-то кладут, потому что я не могу найти экономического обоснования. Замороженные готовые булочки в вакуум-пакетах давить, везти из Америки в Россию, здесь развозить транспортом по этим многочисленным сетях, в каждом городе 5-10 минимум. Вот. И вот все что угодно, но булочки только из США. А по поводу белой пшеницы, я могу вам сказать так, что это были проделки, которые появились у нас
после войны с Наполеоном. Дело в том, что если всем задуматься, то мы раньше питались полбой. А полба – это прахлеб. И полба, она содержит в себе 27 грамм белка, то есть больше, чем в мясе. И вот когда работник балда говорил, да, будешь кормить меня полбой, я дам три щелчка тебе полбу, это продукт, который две пригоршни сыроедческого питания, пророщенные зерна полбы, достаточно тяжело работающему физическому мужчине. Там полное содержание всех аминокислот. Это 100% заменитель мяса. Вот. Там есть все витамины и все остальное прочее. И во время войны Наполеона с фуражным зерном к нам сюда пришло вот эта дикая твердая пшеница, которая вредная. Вот. И постепенно-постепенно они начали вытеснять нашу любимую полбу. Вот я сейчас всем рекомендую. Хотите победить недостаточность белка в организме, хотите освободить свой организм от дурбазола белой пшеницы, ну, вот, кушайте полбу. Причем реально есть работы о том, которые утверждают, что отвыкание от белой пшеницы сопоставимо с отвыканием от героина. Георгий, я хочу сказать, что очень интересная лекция, и все, конечно, задумались, а почему вот так это происходит, и все, поэтому вопросы, конечно, и есть у каждого, но задавать их пока никто, видите, как получается. Ну, вот тогда давайте я посмотрю сейчас быстренько, что еще я хотел обязательно сказать. Значит, если у кого-то есть... вот элементарнейший пример. Давайте сразу же отработаем целую систему пробиотики, микробиотики и прочая микрофлора, восстанавливающая наш кишечник. Значит, на сегодняшний день враги из доказательной медицины утверждают, что такой болезни, как дисбактериоз, не существует. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что нет такой болезни дисбактериоз, дисбактериоз – это симптом чего-то. Но вот тут возникает эротическая такая особенность, а чего они даже не собираются выяснять. Молоко – это самый дешевый и самый быстрый способ, ну, не считая экзотического полба. Экзотического беру в кавычки, потому что пока еще просто народ не поумнел. Производительность у полбы практически такая же, как и у пшеницы, а стоимость ее в разы выше. Поэтому любому фермеру честному гораздо выгоднее сеять полбу и заниматься, дружить с зожевцами. Но она реально заменяет мясо. То есть, особенно теперь та колбаса, которая... Я вот, ребята, ну задумайтесь. Мы приходим в магазин, там лежит мясной продукт колбасной категории «Б». Содержание белка 8 грамм на 100 килограмм. На 100 грамм, да? Ребят, в муке простой, белой, пшеничной, ядовитой 9 грамм. Туда что, пластик положили вместо мяса? Как можно было разбавить до 8? Чем? Или пельмени, где 10 миллиграмм на 100 грамм белка. Ребят, это не продукт питания, там должен быть пластик. Это не анекдот про туалетную бумагу, потому что вы мне никак не сделаете столовую расписку, чтобы там получилось 10 грамм белка без пластика. Да физически невозможно, но математика же обыкновенная. Если в мясе 21, в муке 9, ну как надо смешать соответственно соотношение 21:9, чтобы получить 10? Ничего не положить, еще и разбавить водицей? И люди просто не задумываются об этом. Причем, вот, если вернемся к нашему микробиоценозу. Дело в том, что сейчас все больше и больше люди и честные медики говорят о таком субстанции или, скажем так, органе, я даже не знаю, как здесь менее шокирующе и глупо выглядящее сказать вам, о кишечном мозге. Дело в том, что большая часть наших эмоций зависит от кишечника. И львиная доля нашего характера зависит от того, как работает кишечник. И, соответственно, помните, когда говорили о дрожжах, вспоминали профессора Караваева, который утверждал, за это посидел 8 лет на дурке и в тюрьме, уж не помню, или в тюрьме, или на дурке, ну, досталось мужику, где он сообщал о том, что процессы брожения в кишечнике препятствуют духовному росту. Вот для чего были нужны дрожжи хлебопекарные. Потому что они, во-первых, в 30 раз стимулируют рак, во-вторых, препятствуют духовному росту.
Так вот сейчас, когда нам заваливают всякую ерунду про биоциноз и о том, что такого заболевания нет, это не важно, от нас пытаются скрыть, во-первых, мудрость того, что называется кишечный мозг. И это целая отрасль науки сейчас о том, как мозг управляет нами и что такое микробиом. Причем, обратите внимание, на этом фоне у американцев существует банк каловых масс. Там существует анализ, по-моему, за $80 твоего микробиома. Причем там делают анализ, где расписывают, что у тебя плохого, что у тебя хорошего, в каких пропорциях, и еще предлагают сохранить и законсервировать. Ну, это уже коммерция, потому что хранить надо только то, что хорошее. Но тем не менее, там даже предлагают терапию, причем я вас уверяю, это не шуточная терапия. Когда берут каловые массы худого человека, вылавливают оттуда, так сказать, бактерии и пересевают в виде клизмы полному человеку, тот начинает худеть. Мы настолько недооценили то, что у нас есть в живых, а я вам могу сказать следующее. В человеке бактериальных клеток больше, чем человеческих. То есть, если посчитать тех микробов, которые живут на нас и в нас, то человеческих клеток с человеческим ДНК в, по-моему, 200 раз меньше. Поэтому мы вообще-то инкубаторы для бактерий кишечных. Вот если совсем честно. И как это не может быть такой болезни, как дисбактериоз, вот фиг его знает. И чувствительность, нужно понимать, что это настолько очень тонкая структура. У меня была статья о том, как официально через аптечную сеть продаются фекальные массы или канализационная вода. Вы все могли слышать по телевизору такую рекламу препарата, называется Хелак Форта. Если мы почитаем инструкцию, то Хелак Форта это вода, содержащая отходы жизнедеятельности бактерий. Причем они перечисляются, лактобактерис, такие-то, такие-то, энтерококус, все остальное прочее, шерихия коли. Ребята, шерихия коли и все остальное прочее, то, что здесь перечислено, это вообще-то кишечные фекальные палочки. Я не знаю, насколько организм нас любит, или боги нас любят, или как это назвать. Вот представляете, то, что нагадили эти бактерии в культурной массе, разбавляется, продается в аптеке. Мы это пьем по 8-20 капель на стакан воды, и организм чувствует себя лучше. Потому что очень многие скажут, что да, накапал хилака, у меня вот в животе что-то побурчало и все остальное прочее. То есть представляете, что продукты жизнедеятельности добрых бактерий как-то так пугают злых бактерий, что те, наверное, от страха помирают. Ну, на основе чего-то же нам помогает вода из канализации. Стерильная, правда. Ну, как бы. Вот. Ну, вот и весь секрет этого препарата. Так вот, представьте себе, следующий вопрос. Когда там рекламируют Linux или какие-то капсулы в пробиотиках, да, для восстановления микрофлоры желудка. Ребят, в одном грамме или в одном миллилитре кефира проживает в 10 в 9 степени бактерий, да, кефирных. Там и грибки, и бактерии есть. Вот. В одном грамме каловых масс точно так же 10 в 6-10 в 9 бактерий. Ну, уже смешанных, и наших, и хороших, и плохих. И теперь представьте себе, к нам пришло две капсулы Линукса, в каждой из них по 10 в 9 бактерий. То есть, эта кучка ниц черепашек, да, привалила на, давайте посчитаем, на 100 кг веса средний вес фекальных масс, размазанных по кишечнику, 6 кг. То есть 2 грамма против 6 килограмм, это что? Это избиение малолетних, блин. Если бы наш организм нехранимый был богом или еще кем-то, я не знаю, я другой субстанции не могу назвать, которая могла бы себя чувствовать лучше после того, как лизнула фекальных канализационных вод, или после того, как 2 грамма против 6 килограмм пошли подраться. Представляете, насколько у нас организм запрограммирован жить тысячелетия? Если такая даже понюшка табаку, такая мизерная, смешная, не математически даже достоверная помощь позволяет нам чуть-чуть лучше себя почувствовать. Вы представляете, сколько бы мы жили, если бы мы не жрали вареную пищу, если бы мы не нарушали вот эти элементарные законы дисбаланса,
Я считаю, что судя по заложенному в человека, в женщину особенно яйцеклеток, я не верю в то, что природа делает, что это просто так. Яйцеклеток у женщины минимум на 900 лет жизни. Вот, ну не зря это, мне так кажется. Так вот представьте себе, что для того, чтобы пересеять свой кишечник, надо есть минимум пол-литра, лучше всего два раза в день по пол-литра, добрых бактерий. Ну, добрые бактерии на сегодняшний день самые легкие, быстро усвояемые, это Эвиталия. Там 5 видов бактерий, и они очень эффективны. Ну, или добавлять им Витом-1.1 препарат. Очень его люблю, хотя некоторые фашисты начали его обзывать, что это ГМО-препарат. Ну, не разбираются, кричат. Многие зожевцы сейчас начали им вторить. Нормальный препарат, правильный препарат, хорошо работает. Более того, многие, я считаю его единственным честным иммуномодулятором, который есть на рынке. Потому что всякие вот эти ингаверины и прочие там иммуноглобулины, они нифига не работают. Этот из разряда фуфломицинов. Вот. И вот представьте себе, что вот этой Эвиталии надо минимум пол-литра, а еще лучше литр в день. И ну, плюс-минус несколько месяцев. Вот. Еще очень серьезный разговор, мне хотелось бы, вот тут уже буду насильничать и прямо заставлять слушать, это о световом режиме и об электромагнитных волнах. Дело в том, что мы сейчас находимся настолько в радиочастотном смоге, вот, если вспомнить работы Рерихов, то они в открытую говорили, что там, где существует радио и телевидение, там медитировать бесполезно. Соответственно, это один из способов тоже препятствовать духовному развитию людей, да, запускать эфир. После того, как появился Wi-Fi, мы должны понимать, что наши головы равномерно находятся у всех в микроволновых печках, и мы их оттуда не вытаскиваем. То есть, если говорить о хоть какой-то минимальной защите, ну, это длинные волосы или вот эти какие-нибудь шапочки в стиле этих тюбетеечек, причем с проволокой там обмотаны. Ну или вот мне нравящийся, дорогой, правда, вариант, это банданы, которые делаются из специальной СВЧ-непропускающей ткани. Причем ношение их в дневной период времени обязательно, ночью не обязательно. Потому что именно днем на неспящий мозг осуществляется психотронное воздействие, потому что на сонного мозга, ну скажем так, в определенной степени бесполезно осуществлять воздействие, потому что если человек ворвался в сон, сон его важнее, и сон его главнее. Мастеров, которые способны ворваться в чужой сон, очень мало, технологически это не делается, вот, поэтому надо просто днем себя обезопашивать. Ну и на секундочку, давайте вспомним физику. Если кто-то раньше от радиотрансляторов пытался сделать детекторный приемник, и у него на детекторном приемнике получалось там что-то около 5-6 вольт, 250 миллиампер максимум, да, то есть электронапряженность поля там, где он находится, то на секундочку, там, где есть Wi-Fi, там спокойно приходит 15 вольт и 1 ампер. На секундочку, наша электронапряженность за последние 100 лет увеличилась более чем в 60-50 раз. Мы электролиты на 70% состоящие из воды. И мы перемагничиваемся с частотой колебаний этих всех Wi-Fi, GSM и все остальное прочее. Это один из главнейших признаков экологической катастрофы. Все, что нам пытаются рассказать насчет биохимических катастроф, я вас уверяю, человеческий организм вырабатывает тоннажи всего, чего мы даже не замечаем, в частности 80 килограмм АТФ ежесуточно. Вы себе даже представить себе не можете этот синтез, сколько молекул каких надо потратить. Да вообще, если посчитать в килокалориях, то мы вообще тогда должны жрать в 50 раз больше, чем мы кушаем официально. Мы не знаем ничего об обмене энергообмене человека. Потому что, еще раз говорю, вы посчитаете с помощью химии затраты на синтез одной молекулы АТФ, ну вот, в килокалориях, и поймите, что мы нифига не живем, мы умираем голодной смертью. Потому что, чтобы синтезировать 80 килограмм АТФ, я не знаю, какие надо усилия. И я даже затрудняюсь, я не пытался это вычислять, потому что у меня просто страшно от цифр начинать даже. Так вот, ситуация заключается в том, что мы перемагничены, мы наэлектризованы, и самое страшное заключается еще в том, что мы снизили выработку мелатонина. Один из существенных
веществ, да, которое популярно с зожевцами и всякими эзотериками относится к гормонам эпифиза нашего третьего глаза. Вот. Вот злой гений Тесла, он весьма недобрый человек, и его деятельность, так сказать, весьма-весьма пагубна для человечества. После того, как он нас посадил, победив Эдисона на переменный ток, он у всего человечества сразу же отнял здоровье на 30%. Потому что нахождение в поле 50-60 Гц автоматически отнимает у нашего мозга выработку мелатонина на 20-30% здоровья, соответственно, сбивает все наши циркадианные ритмы, вот, соответственно, мы быстрее умираем. А тут еще дебилизм цивилизации, мы включаем свет, вот, и вместо того, чтобы вырабатывать мелатонин, сидим, пялимся в телевизор. Дебилизм крепчает, критика ослабевает, в мозг прописывается любая фигня из наших СМИ, проглатывается, заглатывается, вот мы живем дебилами. Необходимо заметить, для того, чтобы вы понимали степень этой катастрофы, следующий пример. Представьте себе, не знаю, бабушку, дедушку, пожилого человека, который что-то там вырастил у себя на огороде. И он помчался утром, собрав этот урожай, на базар с мешком на спине. Благополучно это продал, вечером взял, посчитал денежку, лег спать и ночью помер. Согласитесь, что большая часть населения умирает ночью. Вопрос – почему? Ответ – потому что не вырабатывается достаточное количество мелатонина. У дедушки была шикарная возможность помереть днем под мешком. И повод был, и тяжело было, но суть заключается в том, что если вы, кстати, это привет всем кардиологам, и по морде можете дать любому из них. Любой кардиолог, когда встречается с гипертоником, он должен ему честно задать один элементарный вопрос. Ваш дневник измерения давления. Вот. И самое главное, отрасль, которая его интересует, это вечернее измерение с 19 до 21 часа. Можно несколько раз. Надо просто понимать, у кого на котором часу начинается клич в голове. Суть заключается в том, что когда на улице становится сизо, да, сумерки, начинает вырабатываться мелатонин. Присказка «девки спать куры уже посыдали», да, как раз таки нам показывает, что куры садятся с наступлением сумерок. Почему? А потому что они не умничают, они свет не включают, и поэтому ложатся спать. Вот. У нас есть лампочка. В тот момент, когда мы должны вырабатывать мелатонин, мы включаем свет, начинаем что-то смотреть, и у нас у всех начинается гипертонический криз, который легко можно померить с помощью прибора давления. Вот. Поскольку мы только что поужинали, там, пришли с работы, уже отдыхаем, мы не чувствуем этого гипертонического криза, он проходит для нас незаметно. И мы ложимся спать и так и не знаем о своем давлении ничего. А мозгу, ну, надо нас спасать. Какие бы мы ни были, правильные, неправильные, кому-то жить тоже хочется. Единственный способ у нас спасти – это договориться с нашими почками, слить все через мочу. Именно поэтому мы все знаем, что гипертоники или пожилые, или возрастные люди, они очень часто встают ночью пописать. А прикол в одном – если встал, значит выживешь. Потому что ты сейчас сбросишь лишнее давление, и тебя не шибанет ни инсульт, ни инфаркт. Не встал – ну, тогда под вопросом. Поэтому обратите внимание, что, если честно присмотреться, то количество того выписанного, что мы сливаем в туалет, ну, никак не связано с потребляемой водой. Это имеет какое-то совершенно другое количество, не связанное с количеством выпитого. Вот. И вставание, оно прямо пропорционально, если мерить давление по вечерам и понимать, что чем круче ты выпил, было давление, тем чаще ты встанешь за ночь. Более того, пару раз померить давление именно после того, как ты посетил туалет, и посмотреть, стало оно нормальным или нет, чтобы спрогнозировать второй раз, будешь вставать или нет. Вот. Таким образом мы приходим к тому, что у нас у всех появляется цивилизационный отъем давления за счет электромагнитного поля 50-60 Гц, за счет удлинения светового дня. Все знают, что зимняя депрессия у людей возникает именно из-за изменения пропорции светового дня. Да, удлиняются сутки, увеличивается количество темного периода, а вот солнышка не хватает, и все впадают в зимнюю депрессию.
Более того, обратите внимание, мы говорим о фармгеноциде, и мы здесь совершенно точно говорим еще об одном геноциде. Не зря нашему бывшему президенту, а теперь премьер-министру Медведеву надо было запретить 100-ваттные лампочки. Суть заключается в том, что только 100-ваттные и выше лампочки выделяют при определенной толщине вольфрамовой нити тот спектр частот, который позволяет продлить световое ощущение дня для мозга. Есть всем известный, написано на любом заборе у всех зожицев на памяти рецепт лечения зимней депрессии. Вечером садиться под яркую лампочку. Вот. Сел, получил обратную засветку от отражающей поверхности стола. И таким образом вечером, после такой засветки, мозг как бы думает, а еще ночь не наступила, ну я тогда чуть попозже, как там дрозда, что-то тут. Но он не обращает внимания, так сказать, на далекий геомагнитный индекс, он обращает внимание на засвеченность. И люди, сидящие вечером перед такой засвечивающей лампой, они, у них уменьшаются признаки депрессии, и они ее благополучно переживают. Вот. И вот представьте себе, что только 100-ваттные лампочки могли давать такой эффект. Надо заметить, это уже продается в виде статей, книжек, что все энергосберегающие светодиодные лампы, обладающие синим спектром действия, какая бы она теплая ни была, там не хватает нужных для глаза красных тонов. И все светодиодные энергосберегающие лампочки стимулируют образование онкологических опухолей. Все абсолютно не случайно. Ребята такие знающие подходят к этому вопросу. Сколько нас будет жить на Земле и как мы будем жить. Что все очень-очень не случайно. Именно поэтому были запрещены все эти лампочки. И сейчас вот я поразился, зашел в хозяйственный магазин, говорю, 150-ки, 200-ки есть? Да, вот нам показывают. А их отложили от всех лампочек и написано «нагревательный элемент». Говорю, ребят, что это за фигня? Он говорит, ты знаешь, нам пришли и сказали их убрать от лампочек в сторону. Вот. И написать, что это именно нагревательный элемент, чтобы на глаза людям не попадалось. Обыкновенные 150-ки, 200-ки. Так что все кто-то очень мудро рукой раздает. Кто-то знает, что он делает. Вот. Соответственно, нам нужно выпивать энское количество мелатонина за счет того, что мы живем в электромагнитном поле, за счет того, что у нас розетка где-нибудь. Когда мы ночью спим, у нас от головы ближайший провод должен быть дальше, чем 1,5 метра. А у нас у всех то ребра, то розетки, то еще что-нибудь. Не менее 1,5 метров от любого 220-вольтного провода. Причем нам не рассказывают, но если вы обратите внимание на самые дорогие дома в Нью-Йорке, то, во-первых, у них у всех 2700 домов было на 2010 год. У них у всех там постоянка. А если не хватает ума на постоянку и на собственную подстанцию в подвале, то у них там 110 и другие герцы. Они просто уменьшают электромагнитное поле. А вот именно 50 и 220 вольт, оно же только на белую расу там заточено. Вы просто наложите карту и посмотрите, где какие частоты и где какие герцы. Все тоже абсолютно не случайно. Даже япошки себя спасают. Ну и в завершении я скажу совсем кратко. Надеюсь, вы получили очень важную информацию. И рады, что ее узнали, не так ли? Напишите об этом, кстати. Или пожалели, что посмотрели видео. Пару слов про витамин С и про симбиотические кишечные бактерии. Аскорбинку, дорогие друзья, не принимайте ни в коем случае. Синтетический витамин С опаснее многих антибиотиков. Значит, к сожалению, Лаймус Полинг верил в то, великий ученый, что какая разница, естественным путем получен витамин, то есть он синтезирован может быть только в теле растения, либо он синтезирован лабораторно-химически. Оказывается, разница все-таки есть. Значит, вы посмотрите мои два видео про витамин С, ссылки на них я оставлю. И какой витамин С надо принимать? Ну, или из еды сложно получить такие дозы. Вот эти огромные дозы, он абсолютно прав. Они действительно вот запускают эти механизмы борьбы
организма с, ну, с многими проблемами, так? Что нормы занизили с 60-х годов просто в разы, совершенно верно. Что принимать надо, ну, грамм это просто минимум, а вообще по-хорошему правильно, он говорит, 5-6 грамм в сутки, это абсолютно верно, ну, хотя бы в период болезни или когда вот тяжело становится, тяжко, упадок сил там и так далее, да? Ну, а что касается кандиды, вот посмотрите мое видео про кандидоз системный, да, лечение кандиды и про программы вот этих трав и грибных препаратов, которые действительно лечат, то есть не в латентную форму просто загоняют, а потом, как иммунитет ослабевает опять, ну, происходит, как говорится, внешние проявления, да, этой проблемы, а надо убрать внутренние, вот в латентной форме, вскрытые надо убрать, уничтожить. Сладкое не есть практически, да? Правильно он говорит, что никакого хмеля вот этого из этого поганого пива, да? И то, что творожистые выделения, так называемые, у женщины проходят, это не значит, что вы победили кандиду. Лечить надо долго, месяцы, до полугода. Убрать мучное надо, никакой белой муки, по крайней мере, из обычной пшеницы, вот из этой, да? Почему он акцентировал потом внимание на полбу. А я более обще скажу, что посмотрите мои видео про резистентные крахмалы. Ну вот и отличия от обычных, они очевидны. Что касается дисбактериозных состояний, любых сибров и так далее, бактерий и вита, это вот, ну, это ключ к спасению. У меня, к сожалению, отдельное видео нет на эту тему. Во многих видео я об этом говорил. Но посмотрите, зайдите по ссылке, почитайте информацию на моем сайте вот под товаром «Бактерии Вита». Но только я прошу вас, действуйте, это моя вам рекомендация. Не как по инструкции тоже там лаборатории, которые производят, да, там еще с советских времен этот уникальный продукт. А в красной рамочке, буквально в 7 строках, вот рамка прямоугольного цвета, где я там написал, как его надо принимать. Вот и все. И это гораздо лучше Витома, несоизмеримо лучше. И еще гель-сорбент с хитозаном. Посмотрите вот это видео про гель-сорбент, обязательно посмотрите. Ссылку на этот товар я тоже дам. Применяя в один день и Эвиту, и гель-сорбент, вы восстановите работу, нормальную работу кишечной симбиотической микрофлоры. А здоровье кишечника – это здоровье всего организма. Это очень важная информация. А если у вас, не дай бог, какие-то химиотерапии были, антибиотики, и вы убили свою кишечную микрофлору, это просто жизненно необходимо. Потом, чтобы вы не спрашивали, хотя у меня было видео, как совмещать БАДы, лекарства и продукты питания, и было такое видео, ссылку оставлю в описании под этим видео. Каждое видео я оставляю, из 10 уже последних видео точно оставлял. Под видео ссылку на это важное видео. Все равно спрашивают, а как, что совмещать, с чем? Можно ли, если я прохожу антипаразитарную программу, например, там, применять вот бактерии Вита и так далее, то есть вот эти глупые вопросы. Поэтому посмотрите мое видео, как совмещать продукты питания, препараты, БАДы там и так далее, да? И вообще, смотрите все, что я даю под вот каждым видео. Я ведь там к теме даю, чтобы подробней, кто захочет, мог ее изучить. У меня много видео, ну, все, может быть, там не посмотреть, хотя есть люди, которые смотрят, но вот тему я раскрываю, и более подробно даю информацию под видео. И вы там можете найти все от того, что изучить подробнее, до того, как приобрести то, что поможет справиться с данной конкретной проблемой. Ну вот на сегодня, пожалуй, и все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте natgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть Почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.